Убытки в 100 миллионов евро понесла Tesla из-за срыва работы завода под Берлином. Об этом сообщили представители концерна. Производство приостановили 5 дней назад на фоне пожара на одной из опор линии электропередачи. В результате без электричества остался весь округ, включая производственную площадку. Эвакуировали больше 12 тысяч сотрудников. В регионе продолжаются ремонтные работы. Фабрика возобновит деятельность на следующей неделе, заявляют представители компании. Отмечу, поджог осуществили немецкие экоактивисты. Они считают, что предприятие наносит вред окружающей среде.